Всем привет, друзья! Меня зовут Вилли, и вы на канале BitRide. Сейчас 5 утра, и я собираюсь в путешествие. А путешествие мое сегодня будет в Прагу. То есть это будет такое небольшое, путешествие выходного дня, так скажем. Благо, ехать недалеко, 350 километров. Плюс я очень давно хотел посетить Прагу, и вот наконец-то сбылась моя мечта. Я купил мотоцикл, и теперь я поеду на своем недоспортбайке, так скажем, посетить этот город. Так что я сейчас собираю вещи, я еще с вечера ничего не паковал, поэтому сейчас все по-быстрому соберу в рюкзак, позавтракаю, попью кофе и вперед. Поэтому оставайтесь на связи. Итак, друзья, выдвигаюсь я потихонечку в путь. Вышел сейчас на улицу, время 7 утра, где-то без 15 даже. Сейчас по холодку выйду из города, пока машин нету. Так, сейчас надо проверить двигатель, ручки, и можно будет выдвигаться. Так, остановился я тут сейчас немножко передохнуть, погреться маленько. В общем, отъехал я от Берлина 50 километров, еще передо мной 300 километров. Сейчас вот в кафешку зайду, немножко чайку попью, да, в туалет схожу. Погреюсь, а то, честно, прохладно ехать немножко. Как-то некомфортно. Хотя я вроде оделся тепло. В общем, термуха Ванучи, которая продается в Луисе, говнище полное, честно, ребята, не покупайте. Жесть, блядь, купил сейчас на заправке этот чай. 2,79 отдал. Я в шоке, блядь. Ладно, блядь, погода немножко холодно, замерз. А так больше не, ну я нафиг. На эти деньги можно термос купить и с собой что-то брать. Thank you.
Já vám to prostě pošlu a protože řeknete. Jo, napiš vám nějaký timing realizační to. Tak jo, jděte se, na shled. Děkuji, na shled. Итак, друзья, заселился я в отель. За парковку пришлось еще заплатить 10 евро в сутки. То есть, получается, еще 20 евро пришлось доплатить. Этот нюанс, когда я заказывал, я не учитывал. И это печально. То есть, в следующий раз буду умнее. Ну, в общем, это мой первый такой опыт. Поэтому, ладно, что теперь? Зато я в центре города, считай, мне до Карлового моста 450 метров пешком, так что здесь все рядом, я сегодня отдохну, а завтра уже начну, скажем, изучать немножко город, достопримечательности. А в воскресенье тоже отосплюсь, поем и поеду потихоньку домой. Давайте покажу вам номер, который я снял. Это типа 4 звезды, вот основная комната. С такой вот кроватью, все так немножко консервативно здесь выдержано. А, мебель такая все старинная, прикольная. В общем, здесь у нас шкаф. Я говорю, все так сделано под старину. Потолок такой прикольный, смотрите. Так. Ну, конечно, так, что у нас тут есть? О, у нас ванна есть, шикарно, блин, я давно в ванной не был, так что сегодня я залезу в ванную. Ну, тут, в общем, так все со вкусом, стильненько. Все как надо. Так что вот такие вот дела. В следующий раз я решил заказать, если поеду в Прагу, то закажу отель, где там есть бассейн, сауна, в общем. В этот раз я хочу именно полазить по городу, посмотреть достопримечательности, а в следующий раз я сюда обязательно приеду именно вот с целью, чтобы вот покупаться, попариться, вот возьму что-нибудь такое. Так что я сюда еще обязательно приеду. По-любому. И с парковкой я уже теперь буду знать, что надо заранее это дело пробивать. Ну, в принципе, мне вот этот номер обошелся 70 евро двое суток получается. Нормально. Завтрак включен, то есть нормально. Так что буду раздеваться. Привет, друзья. В общем, сегодня я пока достопримечательности смотреть не планирую, а хочу сейчас найти магазин для бедных. Ну, я имею в виду продуктовый супермаркет. Купить себе что-нибудь пожрать на сегодня и на завтра. Ну, хотя бы снэк какой-нибудь там. Чтобы было что перекусить. А то я сейчас нахожусь в туристическом районе. Вот полно, конечно, кафешек, ресторанов. Ну, может быть, зайду в какой-нибудь. Чисто так, чтобы сходить и все. Но все равно надо еще что-нибудь прикупить. В общем, сегодня буду отдыхать в целом. Наслаждаться, так скажем. А завтра уже буду смотреть достопримечательности, фоткаться и все такое. Поэтому лайфхак, ребята, кто будет в Европе, гуглите слово Lidl. И это магазин обычный, то есть такой, ну, как обычный супермаркет, если как типа Пятерочки в России, что-то такое. То есть там цены вполне адекватные. И он, как правило, лежит за пределами туристической зоны. Поэтому я сейчас прогуляюсь, тут 2 километра от моего отеля, недалеко. Заодно посмотрю так, предварительно приценюсь к городу. Но я сейчас нахожусь, можно сказать, в самой старой его части. Выглядит прикольно. Ну-ка, вот смотрите канал. Надо здесь сейчас фоточку замутить. О, колесо прикольно. Ну-ка. Вон, смотрите, безобразие какое. Искусство называется. Типа дети голые. Интересные у них это скульптуры. То есть это жопа вместо лица, что ли, или что? Ну, выглядит впечатляюще. Тут их 3 такие статуи.
Короче, ребята, на мотоцикле по старой Праге ездить — это одно еще удовольствие. Тут брусчатка и рельсы кругом. Жуть. Я когда ехал, я кирпичами срал. Ну, конечно, преувеличиваю, но страшно было. Итак, друзья, что я могу сказать за Прагу? Ну, вот именно туристическая ее часть. Я пока еще не везде полазил, ну так посмотрел. Вылизано для туристов, дай боже. Кафешки, ресторанчики, все красиво. А вот отойти немножко, пару километров, так скажем, от центра от туристического центра, там уже видно дома обшарпанные, ну уже так себе. Не очень. А когда заезжал в город вообще, ну это по сути же Чехия, это же, блядь, совок. Поэтому пережиток совка тоже здесь чувствуется. Но не считая вот именно туристической зоны. Туристическая зона — тут вообще все четко. Брусчаточка, старинные дома, улочки, музейчики всякие там. Ну, в общем, завтра, я думаю, будет мне где полазить и что посмотреть. Собственно, эта поездка была как бы ради этого и сделана, чтобы посмотреть именно старый город. Гуляю сейчас по Карловому мосту. Тут все такое религиозное. Ну, я человек не религиозный, мне как бы это все до фени. Ну, тут всякие мужики в рясах с такими угрюмыми лицами. Все как-то, да, мрачно. Так, друзья, начинается мой второй день в Праге. Сейчас у нас утро, ровно 8 часов утра. Я вот думаю, на завтрак надо идти, но завтрак с 7 до 10, поэтому я думаю, может быть, попозже чуть-чуть пойти, чтобы потом быстро не проголодаться днем. Часиков в 9, наверное, думаю, может, оптимально. Попробую дотерпеть. Обычно я завтракаю очень рано. Ну, кстати, вчера то, что я зашел в магазин и прикупил там продуктов, в принципе. В общем, закупился я сейчас вот набор нищего туриста. Хлеба, чипсов и колбаски. А стоит вот это все, это где-то 50 центов, это около евро, там 90, может быть, или 70 центов. Это, ну, евро 2, наверное. Для сравнения, что мне предлагает мини-бар, вот эти чипсы стоят 2 с небольшим евро, то есть 60 крон этих. То есть вот эта вот баночка 2 евро, вот это меньше евро. Ну, в общем, имейте в виду, ребята, если будете, кто в Европе, ходите в нормальные магазины. Там пройти, может, немножко надо, но зато сэкономите кучу денег. Вот. Это была классная идея. Я перевел на евро, сколько я потратил денег в евро. Это я потратил 4,5 евро. И то, что я вам показал в видео, то, что я купил, это, кстати, не все. Я забыл еще сказать, что я там же еще покупал две маленькие пиццы. Ну, они такие, как пицца-багет. И я их по дороге просто съел. Ну вот за все это я отдал 4,5. Так, друзья, я сейчас завтракаю. Вот мой завтрак. Ну там, в принципе, есть выбор. Небольшой, правда, но есть. Но я вот пока то, что взял, позавтракаю это. Если захочу еще, схожу, возьму что-нибудь другое. Так, друзья, позавтракал. Плотно позавтракал от души. Выбор, конечно, невелик. Ну, есть с чем сравнивать. Но наесться можно от души. Поэтому я сейчас наелся. На улицу пока не пойду. 8 градусов на улице сейчас. Подожду пару часиков, распогодится. Солнышко уже так встало более-менее. И пойду гулять потом. О, сейчас пока поваляюсь. Фух. Ляпота. Так, друзья, я сейчас решил прогуляться. Время уже, как вы видите, сколько там? 10:30. Так что немножко распогодилось. А хочу я прогуляться в какие-то вот сады. Видите, метка. Я даже не знаю, как это прочитать, блядь. Тут 4 согласных буквы в ряд. Ну, судя по картинкам, вот, выглядит это дело красиво. Поэтому я сейчас хочу туда прогуляться. Первым делом. То есть это моя будет первая цель на сегодня. Ну, оттуда уже будем плясать дальше, что будет вблизи. Просто буду смотреть на карту и выискивать себе следующую цель. Вот так вот я планирую сегодня провести день. Так, для начала давайте посмотрим мотоцикл. На месте ли он стоит или нет. Я думаю, что должен стоять на месте. Так,
Мопед стоит на месте, все замечательно. Сейчас посмотрим, как он тут. Ребята, вот эта штука обалденная вещь. Я вчера ехал и наслаждался. То есть рука была расслаблена по максимуму. Ну да, это будет неудобно, наверное, тем, у кого слишком большой ход газа. А так как у меня на 600-ке ход газа, ну, относительно небольшой, ну, чтобы ехать нормально, это очень удобно. Так, ну а теперь я еще разок гляну на карту и пойдем прогуляемся до этих садов. Погода вроде нормально, ну, не холодно, не жарко, в кофте самое то. Вот смотрю я сейчас на эти обшарпанные пражские дома. Смотрится как-то так вот, ну, прикольно. Не чувствуется, что прям вот как бедно, а именно как-то вот подчеркивает этот шарм старины, что ли, елки-палки. А может, это просто бедно, и мне так кажется. Я не знаю. Ну, в общем, прикольно в старом городе. По крайней мере, когда ты находишься в старом городе, ты понимаешь, что вся эта обшарпанность и старина, это подчеркивает вот именно, что старость. А когда ты выходишь за туристический район и видишь подобное, уже понимаешь, что здесь уже не от старости, а от недофинансирования. Так, надеюсь, я иду правильно. Короче, дошел я до этих садов. Но тут они высоко, тут писец, надо подниматься. Не знаю, получается ли вам передать это на камере, но тащиться здесь высоко, честно. Ну ладно, один раз живем. Прогуляемся, немножко спорта не повредит. Жесть. И тут еще не ступеньки, а просто так, просто идешь в горку. И надеюсь, оно того стоит. В общем, хотел я посетить эти сады. Я немножко курсом промахнулся. Я думал, это сады, а это как бы не те сады, что я хотел. Там еще можно было выше подняться, но что-то мне впадло. Я даже воды с собой не взял. Поэтому пойду-ка я конкретно сейчас в эти сады, в которые я хотел. Они должны быть где-то вот там, немножко пониже. Но судя по фоткам, там должно быть обалденно. Короче, зашел я сейчас в этот сад. Называется он Вертбовский сад. Да. Мне даже флаер дали на русском языке. Ну, сейчас посмотрим. Потом на досуге историю почитаю, что это такое. Сейчас просто хочу посмотреть, пофоткать. Ну и дальше двигать. Короче, гуляю я по этим Вертбовским садам. Надеюсь, правильно выговорил. Ничего так, прикольное местечко. Они идут такие каскадами, вот сейчас покажу вам. Сейчас надо здесь для Инстаграма тоже еще фоточек поделать. Что бы было. Так, друзья, я сейчас на самом верху этих садов. Сейчас покажу вам, какой тут открывается замечательный вид. Так что, смотрите. Так, друзья, посетил я эти сады. В принципе, я не пожалел. Красивое место. Не знаю, стоит оно своих денег, нет. Кому как. Ну, 4 евро, ладно, хрен с ним. По-божески. Зато фоток наснимал, видосики, так что оно того для меня, по крайней мере, стоит. Окупилось. Ладно, сейчас надо посмотреть карту, найти что-нибудь здесь такое ближайшее и посетить еще что-нибудь. Время у нас сейчас 12 часов, писец, как время летит.
Короче, прикольно тут. Зашел куда-то, пока не понял куда. Ну, выглядит интересно. Какие-то елки. Слушайте, ну не зря приехал. Все-таки мотоцикл это, блин, обалденная вещь. На машине бы так бы никогда не собрался. От мотоцикла, путешествие на мотоцикле получаешь и от езды удовольствие непосредственно, и от посещений. То есть я никогда в жизни особо-то не путешествовал. А сейчас я чувствую, будет. Будет. Мне нравится. Тут. С дочкой бы сюда вот когда-нибудь приехать. Ну ничего, когда-нибудь приедем. Пойдем дальше. А что там? Так, ладно, пойдем сначала туда. Честно, ребята, я даже не знаю, где я нахожусь. Но здесь прикольно, так, какая-то такая площадь. А вот там люди наблюдают за чем-то. Они наблюдают с двух сторон. То есть с той стороны тоже. Там какая-то церемония проходит. Какая-то непонятно. Что-то там, ну, маршируют, в общем. В общем, пофигу. Неинтересно. Лучше будем фонтаны смотреть. Ничего так, атмосферненько. Сейчас нахожусь в каком-то очень христианском месте. Не знаю, как оно называется, но мне пофигу, в принципе. Ну ничего так, готичненько. Так, я все еще возле этого собора. Сейчас был внутри. Ничего так выглядит. Солидно. Я еще ни разу в таком соборе не был. Ну, в подобном, в готическом. Снаружи видел много раз, а внутри бывать не доводилось. Ну, ничего так. Готичненько. Надо будет потом дома загуглить вообще, где я лазил. А то хожу точно не знаю где. У меня такой турист. Ну, я начинающий. Так что мне простительно. Ну-ка, смотрите, обалденно. В принципе, Прага интересная. Здесь есть что посмотреть. Вот кому нравится старинная архитектура, вот эта религиозная тематика. Все как-то и все рядышком, все на одном пятачке, можно сказать. Поэтому рекомендую съездить, у кого есть возможность. Катнуть сюда. Берите сразу отель какой-нибудь в центре туристической зоны, именно вот старого города. Ценники вполне себе вменяемые. Я еще взял не самый дешевый, можно было и дешевле найти. Ну, я из-за местоположения взял свой отель, что мне было удобно. Я взял прямо возле Карлового моста, там метров 100-150, как оказалось. Хотя написано было 450 метров. Ну, решил кофейку попить. Hello. Короче, сейчас на террасе где-нибудь засяду. Кофею заказал. Короче, буду здесь сейчас кофе пить. Сяду здесь в уголочке. Офигенные тут виды, скажу я вам. Мне нравится. Я еще раз приеду сюда, обязательно в Прагу. Ну, уже немножко с другой целью, но все же приеду. Офигенный вид, я вам скажу, друзья. Тут вот такой ресторан. Ну, я сейчас уже кофе попил, мне в ресторан нет смысла заходить еще раз. Так что вон там Карлов мост. Ну, на камере отдаляет его сильно, как-то не видно. А на самом деле он, ну, в принципе, достаточно близко от меня находится.
И у меня вон там, можно сказать, отель на том берегу, возле Карлова моста в начале. Так что гуляем потихонечку. И я поездкой наслаждаюсь. Не жалею, что поехал. С большим удовольствием все это здесь наблюдаю. Ребята, вот я сменил локацию. Как вы можете видеть, тут какая-то площадь. Все так красиво. Вот если, ребята, сравнивать Париж, я был в Париже два раза, и Прагу, то Прагу я бы более рекомендовал к посещению, чем Париж. Париж, он такой слишком распиаренный, а смотреть там реально нечего. А в Праге все можно в шаговой доступности, все пешочком вот идешь, и всегда есть чему, есть глазу за что зацепиться. Вот чуть не упал. Есть всегда за что зацепиться взглядом. Сейчас мне предлагали тут прогулку на лодке. Ну, там, типа, можно как, ну, лодка-кафе. То есть час стоит 340, кажется, этих ихних крон. Это, ну, где-то около 15 евро. То есть напитки там уже все включены. Я вот думаю, может, потом, если будет настроение, желание покататься, прокачусь. А последний идет в 5 часов. Ну, посмотрим, время есть. Давайте еще раз покажу вам площадь. Короче, зашел я тут в музей шоколада. Сейчас посмотрим, что тут есть. Ну, тут у них как бы и магазин, и музей. А то каждый уважающий себя мотопутешественник заходит в какие-нибудь там марципанные музеи, там, или, о, музей марципана или еще что-то. А я вот забурился случайно в музей шоколада. Так. А, они еще тут билеты продают. Че там, мне неохота, блин, смотреть. Ну-ка. Хотя ладно, посмотрим. И че так атмосферненько? И че тут куда? Че-то я не понял. Ладно, хер с ним, пойду отсюда. Неинтересно. В общем, не стал я заходить в этот музей шоколада, потому что там надо платить. Мне неприятно, что когда меня пускают в магазин, в котором мне хотят же что-нибудь впарить, и чтобы я еще за это что-то платил, как бы я считаю это абсурдным, поэтому мне особо как бы нет интереса это смотреть. Ладно. Мне в глаза бросилось. По крайней мере, в старом городе нету автобусных остановок. Но я, по крайней мере, еще ни одной не видел. Есть только трамвайные остановки. То есть у них весь общественный транспорт сводится, по сути, к трамваю. Ну, по крайней мере, наземный. Вроде есть еще метро, но я туда не спускался, не знаю. А вот именно наземный, никаких там автобусов, троллейбусов, ничего такого я пока что не видел. Так, а я сейчас иду в Lidl. То есть решил немножко закупиться, ну так, что-нибудь перекусить, может, там орешков каких-нибудь пожевать вечерком. Ну и так, может, по мелочи что-нибудь. Уже подхожу. На этот раз я иду в другой, не тот, который вчера ходил. Я уже почти вышел из старого города, уже здания такие более-менее современные стали появляться. А вот и магазин, сейчас покажу, как выглядит логотип. Вот так вот. Так, ладно. Все, надо одеть намордник. Ну, в принципе, все как в Германии. Ничем не отличается. Только написано все не по-нашему. На продуктах. Ладно. Что-нибудь сейчас возьмем Кузненького. Может, фруктов что-нибудь взять. Осмотрюсь немножко. Да, был в одном Лидле, считай, был во всех Лидлах. В общем, иду сейчас по типичной улице, ну, вполне современной, где современные бутики, магазины всякие такие. То есть, получается, я сейчас где-то, ну, уже не совсем в старом городе. Иду я сейчас в гостиницу, хочу немножко отдохнуть,
перекусить. Может, в ванной полежу часик. А потом... А, еще мне надо зарядиться. Телефон подзарядить и камеру. А потом, после обеда, спокойненько еще раз выйду. Сейчас 3 часа дня. Потом намечу как раз маршрутик, в какую сторону ринуться, и пойду погуляю. Я сейчас в общаге, пришел немного, ой, блядь, какой общаге, в гостинице, пришел немножко отдохнуть, может быть, поваляться в ванной. Если честно, у меня просто устали адские ноги, я прошел сейчас пешком почти 13 километров, и что-то у меня, надо какие-то тапки новые купить именно для таких походов, чтобы, потому что те, что есть, ну, какое-то время в них можно проходить, и, ну, потом ноги начинают уставать и болеть. Поэтому я сейчас пришел в гостиницу, отдохну и после пойду еще обязательно погуляю. У меня есть мысли сегодня прогуляться вечером, именно вот когда уже стемнеет, может быть, такой совершить вечерний променад по Карловому мосту. Посмотреть, как он будет в ночное время, ну, в темное. Так, а сейчас я вам покажу то, что я закупился в Лидле сегодня. Так, смотрим. Так, вот колбаса. Две таких вот упаковки. Три яблочка. Таких зеленых вкусных. И, собственно, больше ничего. Хлеб у меня еще остался со вчерашнего дня. Так что мне его хватит. Все, что я не съем, я могу с собой взять. Мне еще в дороге надо будет кушать. Так, теперь самое интересное. Чек. Чек у нас получается 146 этих чешских крон. Ну, делим на 3, грубо говоря. Ну, сколько получается? Ну, где-то 5 евро я за это отдал. Нормально. В принципе, гуманно. Так что вот такие вот дела. Сейчас... Ну, а я сейчас пока буду отдыхать, поставлю на зарядку телефона. А то я очень много снимаю тоже для Инстаграма. Записываю регулярно сторис. Поэтому, ребята, рекомендую подписаться на мой Инстаграм. Почему? Потому что вот то, что я записываю вот в эту камеру, оно будет потом, естественно, все в видосе. И то, там будет много чего вырезано. Ну, в общем, будет сделан ролик отдельный. Поэтому всего вы не увидите все, что я снимаю. А только какие-то моменты. А в Инстаграм я снимаю регулярно. То есть, очень много сделаю сторис. И они накапливаются за день. И вы можете отследить, посмотреть именно какие-то... В общем, все, что я делаю в течение дня. Именно в путешествии. Естественно, моя личная жизнь-то вам нафиг не интересна. А вот именно, когда путешествуешь, там где-то что-то увидел, раз, быстро в сторис записал. Оно добавилось. И потом в конце дня может их 20 сторис быть. И, в общем, рекомендую, кому интересна тема. Вот такие вот дела. Так, друзья, вечереет. Я сейчас хочу прогуляться по вечерней Праге. Буквально минут через 20 уже должно заходить солнце. Будет скоро темно, поэтому хочу снять, как оно здесь вечерком. В темноте. Сейчас иду в сторону Карлового моста. Ну и там, наверное, буду наблюдать за закатом. Так, сейчас стою на Карловом мосту. Уже вечереет, еще чуть-чуть и солнце зайдет. Так что будет веселее, будет интересно. Короче, вечером здесь точно так же людно, как днем. Сейчас вот иду по улице, здесь всякие вкусности продают, ресторанчики, кафешки. По приколу. У меня есть этих 100 чешских крон. Надо бы их куда-нибудь слить. Купить что-нибудь, может, сувенирчик какой-нибудь или перекусить. Так, друзья, в Праге уже почти стемнело.
Я сейчас нахожусь по-прежнему на Карловом мосту. Ходил сейчас, правда, купил сувенир для дочери. Фартучек с вышивкой. Именно, ну, с именной вышивкой. Прикольненький такой. Небольшой сувенирчик. Я потихоньку сейчас иду в сторону гостиницы. Ну и, я думаю, хватит с меня Праги на сегодня. Буду потихоньку отдыхать, а завтра позавтракаю. Отосплюсь, потом позавтракаю. И поеду домой потихоньку. Выходные, я считаю, удались на славу, потому что погода подыграла отлично. То есть была отличнейшая погода. Ну, не считая того, когда я сюда ехал. Ну, сам виноват, выехал слишком рано по холодку. Поэтому так получилось. Сейчас еще сделаю пару фоток для Инстаграма. Хорошие виды тут найду. И все, на сегодня хватит.